Всем привет! Сегодня в нашей рубрике «5 фактов из жизни» новый вид техники, который быстро завоевывает популярность. Это устройство совмещает в себе функции электрического чайника и термоса. В нем постоянно поддерживается высокая температура, чтобы сделать горячий чай или кофе можно было в любой момент. Да, это термопод. Расскажем, как выбрать и на что обратить внимание при покупке. Ну и в конце, как обычно, расскажем совет от экспертов MediaMarkt. Итак, 5 фактов из жизни, если в ней есть термопод. Тебе не нужно ждать, когда остынет кипяток, чтобы заварить зеленый чай. Ты просто выставляешь нужную температуру 80-89 градусов на термопоте и наслаждаешься идеальным напитком. Ты можешь заварить горячий чай или приготовить кофе в любую минуту. И не нужно ждать, когда вскипит чайник. Да и напиток не будет таким обжигающе горячим. Ты можешь поставить таймер на утро, и когда ты проснешься, горячая вода для напитка уже будет ждать тебя на кухне. Не нужно ждать, когда вскипит вода для варки макарон или пельменей. Ее можно просто набрать из термопота и сэкономить время на готовке. Каши, чаи, компоты для большой семьи делаются в разы быстрее и проще. И не нужно кипятить чайник по 5-6 раз в день. Для сравнения характеристик возьмем 3 модели термопотов. Scarlett AS509, Redmond RTP M801 и Redmond RTP M802. Итак, для начала определитесь, какой объем термопота вам нужен. Это повлияет на 2 основных параметра – мощность, ну и, конечно, цена. Для небольшой семьи вполне хватит 3-4 литров, как в модели Scarlett AS509. В данном термопоте объем 3,5 литра. Он выполнен из нержавеющей стали, что сразу гарантирует долговечность и прочность прибора. Присутствует режим постоянного поддержания температуры. Также в модели удобная ручка для переноски, которая позволит без проблем брать его, например, на дачу. Теперь рассмотрим модель с большим функционалом. Redmond RTP M801. Термопод M801 обладает целым рядом преимуществ. Корпус из нержавеющей стали. Таймер включения для кипячения воды к нужному времени. Стильный индикатор работы. Понятное электронное управление с ярким ЖК-дисплеем. Аккуратная подсветка шкалы уровня воды. Фильтр от накипи. Съемная крышка для максимального удобства и режим повторного кипячения. M801 предлагает 3 режима подогрева воды и поддерживания температуры – 65, 85 и 98 градусов. Вы всегда можете легко и быстро насладиться горячим напитком. Кстати, в данной модели есть стильная подсветка воды при работе. Перейдем к термопоту Redmond RTP M802. В данной модели объем уже аж целых 5 литров и мощность 1200 Вт. Это позволит очень быстро нагреть даже большое количество воды. Но в отличие от других моделей, данный термопод способен быстро охладить воду до 62 градусов. У прибора стильный металлический корпус, режим повторного кипячения, поддержание заданной температуры, охлаждающий вентилятор, индикатор работы, электронное управление ЖК-дисплеем, фильтр от накипи, съемная крышка для лучшего комфорта. Особое внимание следует обратить на режим энергосбережения. При отсутствии света в помещении прибор перейдет в состояние ожидания. А теперь информация от экспертов MediaMarkt. Чтобы насладиться истинными вкусами ваших любимых напитков, правильно устанавливайте температуры. Например, 60 градусов для приготовления детских молочных смесей, 90 градусов для блюд быстрого приготовления и заваривания зеленого чая, 98 градусов для приготовления черного чая, какао или кофе. Давайте подведем итоги. Термопод – это универсальный, высокотехнологичный, стильный и мощный прибор, позволяющий в любой момент вскипятить, налить горячую воду и даже быстро ее охладить. Это устройство 2 в одном. Современный электрический чайник и вместительный супертермос. Термопод незаменим на даче, в загородном доме, квартире, компактном офисе, на пикнике, в автомобиле или на пляже. Спасибо, что вы с нами. А если у вас есть вопросы по технике, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. У нас будет много всего интересного. Пока!